Барная комната в доме покрашена моющейся краской Дюфа Сатин из серии Премиум. Краска очень прочная и имеет легкий благородный блеск. В качестве основного цвета мы выбрали практичный серо-голубой. Стены перед покраской загрунтовали концентрированной грунтовкой на основе акрилгидрозоля. Все стены в комнате выкрашены в лаконичный серо-голубой. Чтобы разбавить этот сдержанный цвет, мы нанесем на одной из стен узор по мотивам принта обивки дивана. Для этого нам понадобится трафарет. Перенести рисунок с обивки можно с помощью кальки. Идея проста и не требует больших затрат на расходные материалы. Для рисунка мы используем ту же краску, что и для стен всей комнаты. Находим цвета на основе принта на подушках. Краску можно заколеровать и вручную. Для этого белая краска смешивается с красителями для ручной колеровки. Аккуратно нанести рисунок на стену нам поможет трафарет из малярной пленки и художественные спонжи. Трафарет на основе перенесенного с кальки рисунка вы сможете заказать в любом центре печати. Приступаем к нанесению цвета. Готово! Всего за час барная комната получила новую яркую жизнь. Ideen in Farbe.